Святой Иероним за молитвой, Святой Иероним в покаянии. Молитва святого Иеронима. Картина Босха. Создана около 1482 года. Не ранее этой даты, по данным дендрохронологического анализа. По некоторым сведениям, после 1505 года. Хотя работа не подписана, она уверенно приписывается Босху. Находится в Музее изящных искусств города Гент, Бельгия. Работа была приобретена музеем в 1908 году. Святой Иероним в своем житии описывает, как его медитации в глуши были прерваны сладострастными видениями. Лишь полностью верив в себя воле Господа, Иероним сумел побороть искушение и смирить свою плоть. Он провел большую часть своей жизни как отшельник. Сюжет картины посвящен подвигу созерцательной жизни. Святой Иероним, простершись вниз, сжимает в руках распятие, не заботясь о том, что его красное кардинальское облачение брошено прямо в грязь. Застывшая в напряженной неподвижности фигура передает душевные муки святого. Фигура святого изображена на фоне пустынного пейзажа. Огромные плоды, окружающие пещеру отшельника, символизируют множество искушений, подстерегающих душу верующего на его земном пути. Но пейзаж, та же стихия, на наших глазах умеряется от переднего плана к далям, словно демонстрируя итоги напряженной нравственной борьбы. Пейзаж на заднем плане проникнут умиротворенностью. Кажется, ничто в нем не свидетельствует о присутствии сил зла. Однако болотистая пещера, в которой святой устроил свою келью, носит следы упадка и разложения. Символами похотливых помыслов являются огромные гниющие плоды. Но это и такие земные вещи, как обман. Показаны в виде лисицы, изловлицы совы не имеют никакого значения для него. Вместо этого он сконцентрирован на распятии в своих руках.